Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Животные против лесорубов». Давай-ка посмотрим, где мы с тобой остановились и что нас ожидает впереди. Я думаю, впереди нас ожидает еще одно освобожденное животное. Потому что я хочу пойти вот сюда и освободить. А вот кто здесь будет, это сейчас мы с тобой и посмотрим. Ну-ка, покажите мне, пожалуйста. И это у нас панда. Вау. Слушай, интересно, что делает панда, а? Блин, я хочу посмотреть. Слушайте, спасибо, ребят, за совет, но вот я не могу понять, почему вам не понравился олень? М? Вы говорите, не бери оленя. Почему? Он же прикольный. Он же хилит. Но вы почему-то говорите, что он не айс. Хм. Не знаю, мне, по мне так лично норм. Конечно, я могу взять змею, если ты хочешь. Давай попробуем взять змею, раз уж ты так настаиваешь. Но если я проиграю, ох, я тебе задам жару. Ладно, друзья мои, тут у нас опять гигантские эти лесорубы. Чтоб их, как говорится, да? Здесь мы с тобой оставляем улей и суперкокос. Ну что, возьмем с тобой бонусы какие-нибудь. Ну, перец, наверное, да, возьмем. Так, секундочку. Мы можем взять вот это, ну зачем? Ну, в принципе, давай возьмем телепорт с тобой. И двойную скорость наших животных. Ну, чтобы спасти панду, я думаю, стоит, да? Все это применить. Так, наша Коко очень быстро добирается до места. Очень быстро. Давай вызовем крокодила, улей сразу бросим. Все это активируем. И тигра. Тигра срочно мне сюда подавайте. Прокачиваем до 3 уровня с тобой нашу базу. Крокодил! Вот охламон убежал, а? Ладно, надеюсь, мы справимся. Так, мясо, мясо это хорошо, но мало. Слушай, а я вызвал эту-то? Блин, нам нужен еще один крокодил. Ты понимаешь, да, почему нам нужен... Ах ты! Крокодильчик родной, давай быстрее. Кусай их, пожалуйста, за задницу всех. А то они сейчас мне тут... Деревце сломает, а я не хочу его терять. Понимаешь, деревце это же хорошо. Это же природа, ребята. А эти злодеи пришли, понимаешь, и начинают тут вырубать весь лес. А где мои животные будут жить? А, вот скажи мне на милость, где? Вот именно что. Даже те же самые обезьянки, они всегда живут на деревьях. Что они будут делать? Ой-ой-ой, ребята, слушайте, слушайте, очень плохо. У меня, а что у меня? Блин, у меня ни яда нету. Тигр, давай, выбегай, родной, быстрее. Так, быстренько бросаем улей. Ой, сейчас срубят дерево, ребята. Сейчас срубят нам дерево. Ты понимаешь? Коко, ты куда упала-то? Зачем туда спрыгнула-то, а? Куда ж ты бросил? Ну, не туда ты бросил, извини меня, улей. Коко, ну, сколько раз я тебе буду говорить? Давай крокодила вызовем. Вот-вот-вот, именно того, который там совзрут... А вот этот гигант, он очень сильный. Ребята, он очень сильный. Наш тигр, конечно, тоже сильный, но этот очень большой и по размерам, и по силе. Крокодильчик, давай, молодец, родной. Блин, сейчас надо подготовиться хорошенько. Вот видишь, вот не взял я с собой оленя, и мы с тобой, ну, практически проигрываем. А был бы олень, он бы подхиливал бы. Вот так вот. Слушай, а почему у моей Куко шапочки нету? А, видимо, все, да, Новый год закончился, теперь она без шапочки бегает. Помнишь, у нее был рождественский колпачок на голове? Ну, если не помнишь, то можешь посмотреть предыдущую серию. Она еще была там в колпачке, а сейчас почему-то его уже нет. Все. Закончился праздник. Крокодильчик, давай, 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 родной мой, кусай. Тут осталось совсем чуть-чуть нам продержаться, и мы с тобой выиграем, понимаешь? Я, наверное, еще одного крокодильчика вызову сейчас. Бросим улей, бросим кокосик. Подберем желудь. Да, скорее всего, скоро, ребята... Вот, это, по-моему, последний. Нет, вон там еще идут. Там еще идут крокодильчики. Ну куда же вы уходите? Ну как же вы могли бы там чуть-чуть подзадержаться? Я надеюсь, это последние. Я на это надеюсь. Посмотри-ка, что делают вот эти вот, которые с ружьями. Они стреляют по моим кобрам. Вот оно что. Тихо. Слушай, неужели мы с тобой пройдем здесь на 3 звездочки, а? На 3 деревца, точнее. Ну, 3 деревца, 3 звездочки, ты понял, короче, да? Не сфейлимся. Есть, молодцы, молодцы мои питомцы. И мы с тобой, ну-ка, да, мы с тобой прошли идеально просто. Так, теперь давайте-ка мы освободим нашу пандочку. Тынь-дырень-дырень-дырень, прикольная пандочка. Я не знаю, тут непонятно, что она делает. Но мне почему-то кажется, панды что любят обычно? Кувыркаться, да? Так,
Он очень большой и толстый медвежонок. Так, у него очень хороший урон. Так, он при битве он откатывается назад, что ли, или наоборот отталкивает врагов. Слушай, погоди секунду, а он что, не атакует? У него чисто... Я не могу понять, а что же он делает? Он просто стоит, что ли, и получает звезду? Я не пойму. Арбузик. Ну что, давай, наверное, удвоим. Два арбузика. Вот я теперь сижу и думаю, что же мне делать с пандой? Вот что мне делать с пандой, прикажешь? Новые достижения. 500 опыта. Это за то, что я освободил панду. И то, что я оставил все деревья. Ох, елки-палки, тут еще пошло разделение. Смотри-ка, здесь обязательно... Ребята, хотите, нет, но я буду удваивать награды. Да. Ну, смотри, 6, 6, это уже 12, 24 листочка в плюсе. Итого 164. Окей. Что, ну это понятно, это у нас подарочек такой, да? Опа, опа, пули. Ха. 5 желудей, то есть это уже 10 желудей, плюс 2 гриба, 2 арбуза и 10 листочков. Вот так фартануло. Вот так вот. Совсем другое дело. Что тут можно будет еще получить в скором времени, а? Скажи-ка мне на милость. А, так это ежедневки. Ну да, это ежедневки были. Так, и значит, у нас с тобой 174 листочка, 176 желудя. И, естественно, я ничего не смогу. Хотя я могу улучшить наше коко. Мне интересно знать, что делает панда. Вот, серьезно тебе говорю, очень интересно. Хотя, блин, надо прокачивать тигра. Ну что же ты, панда, делаешь? Неужели ты просто стоишь? Ну как-то вот будет немножко глупо, если она просто стоит. Я предлагаю сделать так, ребята. Взять ее на один уровень. На один уровень хотя бы просто, ну, протестить. Протестить ее можно вот здесь, наверное, да? Я думаю. Давай проверим. Лишь бы тут не было каких-нибудь сильных врагов. Показывают нам, что тут. Ну, вроде бы все нормально. Вместо возьмем, например... вместо кого? Ну, давай вместо кобры. Просто, ребят, посмотреть я хочу. Здесь оставляем все как есть. А, бонусы же еще тратить. Ну, я, наверное, бонусы не буду здесь пока никакие тратить. Попробуем без них поиграть. Все равно у нас с тобой пробные. Так, Коко бежит. Вот. Давай, крокодильчика, и начнем потихоньку уже тут разбирать. Угу. Так, крокодил, ну что же ты? Ну вот, подзадержался бы, ну хоть чуть-чуть, хоть маленечко. Нет, он сразу уходит, понимаешь, сразу бегает. А он мне очень сильно нужен, понимаешь, здесь? Блин, я на панду-то накоплю сегодня. Ну-ка. Вот, вот, ребята, я призываю панду. Сейчас мы посмотрим, что она делает. Во-первых, надо дождаться ей, чтобы она... Вот идет. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй. И что? Я что-то не пойму. Что делает панда? Она защищает, что ли, я не пойму. Сидит как бы, да, и... Да, она ее отталкивает, а она, короче, обратно. Слушай, ну в принципе, ребят, как бы тебе сказать, в принципе неплохо вроде бы. Как бы танк такой, да? Блин, вот здесь мне совсем не нравится, что происходит. Ой-ой-ой-ой, пандочка, тебя сейчас бомбанут. Ну ей одной тяжело, конечно. И вот если бы тут еще был бы у нас, например, кто? Например, олень. Блин, нужна ячейка еще одна, ты понимаешь? Без ячейки очень сложно нам с тобой играть. И причем я все бонусы практически слил. А именно отравление, да, именно арбуз один у нас, блин, фигово. Ну, если честно, можно справиться без панды. Будем честны, можно справиться без нее. Но вот нужно ли? Если ее прокачать, конечно, офигительно. Чтобы она просто была, знаешь, как стена бронебойная, которую бомби-бомби и ничего не будет. Тогда вообще было бы идеально. Ой, зачем же вы сюда? Вот зачем же вы опять? Ну машина же, ну господи, вот сколько. Блин, мне вот не нравится, что там у нас бомбят дерево. Совсем мне это не нравится.
Лишь бы не подбили. Коко, давай глянем, что там вообще происходит. У нас тут один тигр. Бедный, и то забомбили его. Бросаем ули с тобой. Опять. Опять этот вон, посмотри, с динамитом, который бросает динамит. Давай его за задницу быстрее. Кусай, крокодил. Нам нужно его подбить. Ну, не знаю. Панда хороша, но одна она не вытягивает. Да и стоит она прилично. Поэтому я, наверное, все-таки панду брать не буду. Если бы она бы хотя бы наносила урон хоть какой-нибудь, возможно, был бы от этого толк. Или хотя бы у меня была бы еще одна ячейка. А у меня с ячейками, ты сам видишь, какая-то запара. Просто 4 животных я могу вызвать, и все. А чтобы открыть ячейку, нам нужно аж почти 1000 желудей. 1000, ребята. Это дорого. Так, ну что, мы победили здесь. Фу, с горем пополам, но все-таки победа за нами. Так, что у нас здесь выпадет? Давай глянем. Хочу арбуз. Листочки. 20 листиков. Окей. Так, куда бы мне двинуться? Может быть, сюда вниз пойдем с тобой, а? Наверное, так будет эффективнее. Ну что, уберем тогда, наверное, панду и все-таки... И все-таки вернем... Наверное, оленя. Блин, ну у нас тогда такая дорогая колода будет. Очень дорогая. Гориллы. Гориллы вообще, ребята, погибают моментально. Может быть, от них отказаться? Взять льва? Блин, даже не знаю, ребята. Ну, а, 650. 650 желудей. Ладно, давай попробуем все-таки еще раз подраться. Так, здесь у нас есть вот это. Это нам не обязательно брать. Блин. И хочется, и колется. Ладно, потратим с тобой этот бонус. Перчик халапеньо, да? Оу. Погнали. Может быть, я зря вызвал сразу оленя-то. Ну, а с другой стороны, почему зря-то? Так, давай ули бросим. Вот почему он сам себя не хилит, а? Скажи-ка мне на милость. Давай я восстановлю здоровье ему. Нам нужен здесь крокодил, по ходу дела. Потому что уже вон там охотник подкрадывается. Ага, ага. Блин, вот только вот тебя-то здесь и не хватало, а? Приземлился, ё-моё. Да не надо туда подходить, ну ведь сейчас же будет давить. Ё-моё. Вот сколько раз я им говорю, они меня не слушаются. Не слушаются меня животные мои. От этого и погибают, понимаешь? Быстро очень. Непутевые, а. Так, давай крокодила позовем. А волн-то здесь будет немало. Во, еще и этот вышел. Нет, не хотят они, ребят, понимать. Не хотят они меня слушать. Делают все по-своему. Ой. Что это тут еще фейерверки выпускают? Ты понимаешь? Причем мое коко, главное, не имеет шапочки, да, зимней? А у них эти лесорубы имеют. Где справедливость-то? Скажи-ка мне на милость. Так нечестно. Давай-давай, крокодильчик, бомби их. Так, пока не имеет смысла тратить. Гориллушка идет. Давай вот надо так сделать. И ули еще забросим с тобой. Так, тигр, выходи. Последняя волна, да, сейчас пойдет, по идее. Надо, наверное, нам с тобой вызвать оленя. Пускай бежит пока. Пока дойдет. Что там у нас, я не могу... А, финальная волна. А там уже кто-то опять, да, спускается. Будет сейчас рубить дерево. Я так и понял. Я так и понял. Олень один остался, блин. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тигр успел все-таки пробежать, и это хорошо. Но он один. Ай-яй-яй. Что ж такое-то? Ну. Давай, родные мои, помогайте. А то сейчас. А то он сейчас тут уничтожит дерево мне.
Ну, давай, давай, блин, один тигр остался. Крокодил, конечно, там помогает, но... Ух, ёкаламане. Ты посмотри, что они творят. Ребята, срубят сейчас дерево. Ты понимаешь, срубят дерево. Нам чуть-чуть, наверное, не хватит, да? Или все-таки хватит? Или все-таки умудримся мы с тобой здесь продержаться, а? Не знаю, не знаю, ребята. Еще будет волна, еще, наверное, не одна. Так, 130, попробуем сейчас призвать крокодила к нам на помощь. Может, хоть маленечко он нам здесь подсобит. Видишь, тут охотники. Они стреляют издалека. Так, нам выпало мясо. Коко, давай свои эти кокосы бросай усиленно. Слушай, по-моему, нам повезло. Не хочу спешить, но, по-моему, мы с тобой здесь пройдем этот эпизод. Да. Фу, только машину надо уничтожить и все. Ведь так? Да. Фу, шикарно. Мне понравилось. Такой жестокий был бой. Но все-таки вытянули. Так, бонусы. Блин, прикиньте. Ну. Ай. 20 листочков. Окей. Я не возражаю. Ох ты. Опа-на. Тут, ребята, бонус. Бонус можно получить. Ну, естественно, пойдем на него. Но здесь, наверное, нам придется отказаться от своих бонусов. Хотя у нас их практически и не осталось. Практически и не осталось. Гориллу ребята очень быстро валят. Я, наверное, все-таки уберу и поставлю вот так вот. Но это будет чересчур жестко, понимаешь? Вот и думай, стоит ли брать вот этот бонус. Попробуй, блин, ну, наверное, зря. Наверное, зря. Так, ой. Ироды, вы что, совсем что ли оборзели здесь? Ты посмотри. Все этот улей собираюсь прокачать, ребята, и все про него забываю. Про этот улей. А говорю про него, твержу уже фиг знает сколько времени. Вот если бы они только не сувались туда вперед. Понимаешь? Ну вот он опять бежит. Ну вот тигр, ну вот, вот тебе делать ничего. Ну что ты не можешь стоять и вот контролировать эту территорию. Нет, ему надо, блин, обязательно туда пойти, а? Крокодил, а почему ты? Почему? Я не понял, юмор. Крокодил, вон там он стоят эти, а он... А где крокодил-то? Я не пойму. Слушай, что за дела такие, ребят? Эй, погоди секунду, я вызывал крокодила два раза, где крокодилы мои? Я в шоке. Ты прикинь, я вызывал крокодилов, их даже вообще, они даже не вышли, они даже не появились. Я не могу понять, а где мои животные-то все? Зашибись. Если ты не веришь, ты можешь посмотреть, я вызывал крокодила, он даже не появился. Он не выходит здесь. Зашибись, блин. Красавцы. Вот, смотри. Вон он, блин. Вышел один только. Из горы крокодилов, которых я заказывал. Молодцы. Что я могу еще сказать по этому поводу? Просто молодцы. Я офигею просто с этого. Это несправедливо было, на самом деле. И нечестно. Смотри. Мне нужно два взрывника тут. Посмотри, два взрывника. Блин, по-моему, тут улей нужно прокачивать. Или я не знаю, что. Как тут еще с ними можно справляться? Зашибись. Вот это меня, конечно, с крокодилом просто взбесило, как они сделали, поступили. Два раза вызывал, и ни один из них не вышел. Прикол, да, местный, конечно, здесь. Ладно. Ну тут, понимаешь, да, вот тут уже не светит нам с тобой никаких три деревца. Вообще не светит. Сейчас еще волна пойдет жесткая. Они, как всегда, подставляются под эти, под фуру, под эту. Что я могу с ними сделать? Я уже не знаю, ребята, как их ругать. Они лезут и все.
лезут, получают. Этот бежит, сломя голову. Не терпится ему срубить, блин, дерево, ты понимаешь? Не терпится просто. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, кокос это тоже, кстати, прокачать было бы неплохо. Но это опять же все, на все на это нужно желуди, ребята. Они же не просто так прокачиваются. Тут валюта местная именно желуди. От них все, как говорится, пляшется. И открываются ячейки, и прокачивают. Нет, листочки еще, да? Валюта у них такая есть. За листочки у нас прокачивается уровень животных. А за желуди открываются ячейки и скиллы. Ну и можно еще бонусы свои, как говорится, умножать. Но я думаю, что это не стоит делать. Лучше посмотреть рекламку. Да, я немножко расстроен. Если бы те два крокодила, которых я вызывал, вышли бы, возможно, мы то дерево бы не потеряли. Возможно. Ну что же, все равно мы здесь с тобой победили. Я надеюсь, нам награду-то дадут, которую мы с тобой заслужили, или как? Да, и что здесь? Ой, а это что такое, ребят? Снежные комочки. От 2 до 10 максимум. А они, наверное, могут замораживать, скорее всего. Ну-ка. О, хорошо. 12 листиков в итоге вышло. Ну что? Опачки, новое достижение. Это круто. Можно же это все приумножить, да ведь? Принимаем, забираем. Сколько у нас? 208 желудей. Слушай, а может быть нам с тобой не тратить желуди, а накопить на ячейку, например? Ну, для этого мне придется перепроходить, наверное... Ой-ой-ой, тихо, уровни вот эти вот. Да даже... А интересно, мы если перепроходим уровни, нам дадут с тобой награду или нет? Или... Давай, знаешь что, сейчас попробуем с тобой поэкспериментировать. Я, например, возьму самый первый уровень. Ну, вот этот, предположим. Я просто хочу посмотреть, нам дадут за это, за прохождение, награду какую-нибудь или же нет. Поехали, просто проверим. А, заодно и протестим с тобой комочки. Что они вообще делают. Если мне дадут сейчас какую-то награду, то я просто за кадром буду фармить уровни для того, чтобы получать желуди. Ну-ка, что комочки делают? Оу, слушай. Так это же вообще классно, ребята. Мы замораживаем противников, врагов. Конечно, долго они откатываются, но... Хоть какое-то дает небольшое преимущество, понимаешь? Нам. То есть замораживаем врагов. Ну да, долго, конечно. Ну-ка, сколько он может заморозить? Максимум 2. А если мы прокачиваем комочки, то максимально будет 10, да? Замораживать врагов. Как я понял. Окей. Это что, первый уровень? Что-то мы даже первый уровень с тобой не можем пройти. Ну, можем, конечно, но что-то как-то так чувствуется напряжка. Чувствуется напряжка. Так, давай сюда улей бросим. Если нам, говорю, буду давать желуди и вот это все, то классно. Классно. Здесь желуди-то выпадает во время боя, это понятно. Но мне надо посмотреть за само прохождение, дадут что-нибудь или нет. Так, давай бросим улей. Ну, давай, бомбите. Что-то как-то один из первых уровней, ну, вообще сложно, у меня... Не было в тот раз таких бойцов, и я прошел, у меня же были только гориллы и обезьяны, и я там проходил. А тут даже тигр, с тиграми не могу пройти, прикинь? Что происходит-то? Да. Да хорош уже давить-то, а. Давай комочки бросим с тобой. Вот и все. А, какое все, нам еще машину нужно подбить. Нам нужно с тобой подбить еще машину. Все, смотрим, что нам дадут, если дадут вообще. Так, нам дают 21 листочек и 6 желудей. А тут? Ага, нам не дают с тобой бонус. Понимаешь, вот этот бонус, где мы можем выбирать.
А так, в принципе, да, все нормуль. В общем, я предлагаю, наверное, все-таки заняться фармом за кадром. Это, наверное, будет так долго. Слушай, подожди, а почему здесь вот такой вот? У меня же здесь все собрато. Что не меха... Ай, какой все, вот же у нас тут открыто еще. Кстати, вот здесь, мне кажется, будет кенгуру доступно. Видишь, оно там прячется за деревом. Скорее всего. Ну что, дорогие друзья, я думаю, на сегодня пока будет достаточно. Обязательно увидимся и продолжим. И продолжим в следующей серии. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.